Всем здрасте на канале Пиратская Жесть. А нас привезли в погребок. Погребочек. Посмотрите, винишко. Здесь вина, масло, кстати говоря. Масло. Сладости и прочие радости жизни. Пишмания попробуйте, угощайтесь. Пишмания. Это у нас сладости какие-то. Сладкая вата. Сладкая вата? Пишмания попробуйте. Сладкая вата. Хелвата, хелва. Интересно. Штучка. Интересно. О, вон сразу. Побежал к маслу. Ну, кстати, масло, да. Грант высок? Да. Наршарап? Нет. Немножко другом, но. Это маслица. Вот. Это маслица, кстати. Сигма. А смотри, какой она взвесь. Взвесь, смотри, какая. Это 5 литров. Угу. Сигма. Взвесь, видишь, какая? Сигма. А тут все сигма. Угу. Ривьеры нету. Нету? Нету. Это сигма все. Угу. А вот это вот, сейчас будет показывать. А что значит Сигма Ривьера? Что-то я уже это запамятовала. Ривьера – это оливковое перемешанное с добавлением подсолнечного. Так за это такой красненький. Вот. Обветрил. Так я, да. А я тоже. У меня что-то. А Сигма – это чисто оливковое масло. А вот взвесь такая вот у масла прям классно. Олив. Я понимаю. Natural. This is natural. Натуральное, да? Это? Это натуральное. Когда натуральное, да, такое должна быть. Ага. Такой должен быть. Не лезь, да. А если вот так смешать, то оно будет равномерно. Да. И сколько такое стоит у вас? Покажешь, пройди. По 25. По 25 и подарок, лет, да? Да, раз этот. Подарок даю. Это наршарап? Большая? Нет, сос, салат. Наршарап. Помогранат. Сос. Угу. Салат, сос. Понятно. Угу. Такое масло, да? 110, да? Сизма. Сизма, оригинал. Органик. 18. Угу. Долларов у нас. Это что? Но органик. Но органик. 5 литров. Looks like something that like. Органик. Все. Сколько там? $100, 5-литровая. Ну, как ты ее попрешь? 7,5. Ты ее не довезешь. Если две возьмите, скидку сделаем. Если взять выбор, да, мы брали за 50. Там есть какой-то соус сейчас. Да? Да. Пойдем еще посмотрим. За 50. Пойдем еще посмотрим. Так, а вот такие сладости я вот, ну, не советовала бы. Ну, это сладости кто-то. А ты попробуй, кстати, вот эту вату. Да не, иди попробуй. У нас такие, это лежит, это привозил. Да, да. Да. Вот тоже масло всякое разное, смотрите. Это тоже. Блин, не стесняйся. Сладости здесь всякие, специи. А вон, смотри, специи. Специи там, сафран. Ага. 14 видов. Ага, 14 видов? Да. Вот такая. Сколько такое стоит? По 8. По доллару. По доллару. За доллар есть. За 8 доллар. Лир стоит. 8 лир стоит. Вот. 8 лир. Да, это 8. Если 2 возьмете, за 13 сделаем. Лир. Когда много блюд, скидку делают они. Или подарок дают. А вот снизу есть еще спицы. Что там? Гранатовый чай. Mm-hmm. Причем заварничка 2. Mm-hmm. А, нет, это стаканы. Mm-hmm. Пить. А вот смотри, как красиво. А это кофе. Для кофе, да? И кофе само. Uh-huh. А внутри что получается? А, чашечка. Маленькая чашечка, да. Маленькая чашечка, но чтобы не обречься вот это. А здесь это вот как тоже. У нас в этих, в поездах, да? Вот это, натуральный цветок. Сейчас да, через чай? Месяц уже, да. Каркадел? Не каркадел. Каркадел другая это. А, нас он из лепестков просто делает. Да, лепестков цветок и этот там, uh-huh. кожура внутри. Uh-huh. Сейчас дадут они попробуют. Вон турки, кстати говоря. Где? Турки вон сверху. А, эти? Турочки. Ну да. Это маленькая. Медная, да, она какая? По 3. Это за 7. Легкая. А с чем? И на сколько они придут? Там корица есть. 4 вида там внутри. Кофе. Уже, кстати, молотый. Это самый крепкий у нас. Обои крепкие кофе. Угу. Коричка. Да. Палочка. А корица почем? По доллару. Ну, короче, весь отдел по доллару. Нет, доллар за 3, за 5. Меняется цена по доллару. Самый крепкий. Угу. Пойдем, а вот пойдем вот в тот отдел. В гранатовый отдел? В гранатовый, да.
Ну, гранатовый. Здесь вот тоже что-то какие-то специи. Это мята, может, сушеная? Это чай. Вот тоже чай всякий разный. Ну, мы в прошлый раз привозили подобное. Вот тоже какой-то сахар, что ли. Ну, вообще, этого добра очень много в городе. Вот. Наршарап, вот, например. Вот наршарап я, кстати, очень советую привезти. Но можно на рынке купить такой наршарап. Мы, кстати, до рынка еще скоро доберемся. Не факт. Я себе привозила очень вкусный соус, я прям балдею. Вот он такой кисленький, хороший. Разные вот производители один. Угу. Бутун, а тут... А мы, по-моему, что-то типа подобного, да, привозили? Вот ты помнишь, что у тебя служивец-то? Ну, вот это... типа такого. Да-да-да. Но он сказал, знаешь, типа... Он густой должен быть. Соуса нет. Он густой должен быть, смотрите. Вино. Видите? А здесь написано соус. Это соус, это наршарап, прям это видно. Это соус. Вот, видишь, да, написано нар, здесь есть соус. Никакого вина. Соус. То есть, а нас вином обманули? Есть. Нет, тогда его обманули, сказали, а где вино? Что соуса нет. Здесь косметика какая-то, смотрите. Косметика. Угу. Не, ну масло вообще классное, смотри. Замороженное. Здесь замерзло. Хлопьями прям, видишь, выпало? Замерзло. Угу. Оно прям хлопьями. Вот так вот. Оно вот это будет нормально. Угу. Всякие какие-то масла, шампунчики, соль. Да? Угу. Морская. Соль? Розовая соль? Угу. Морская. Угу. А Мария, ты доллар, да? А я делаю. Попробую. О, смотри, мед, орешки, видишь? Это и вот энерджи, это. Энерджи. Да, это энергия, да. Для мужчин, for men, да? For women, for and... men. Ага, ну. For women, для... for men. В основном для мужчин. Это кровь кобры. Шукрубаба. Шукрубаба. Шукрубаба, да? Халите. Настоящий, понятно. Шукрубаба. Блин, клевый, все, скоро вызывай. Это жемчужина. Амбре. Амбер. А это, амфор. Наверное, не, это палочки. Ну, это. Для, ставишь, да. Вот здесь разные крема. Круче. Косметика. Вот так вот. Сюда. А где вино-то? Итак. Ради чего мы здесь собрались? Да. Все. Да. Проходите, ребят. Пускай, да. В пещеру Аладдина, да? Можно и так сказать. Сим-сим, откройся. Пойдемте попробуем. О, как красиво стоит, смотри. Дыры-дыры-дыры-дыры. Тыщ-тыщ-тыщ. А, у них здесь тоже вино еще. Запах хорош стоит, да? Классно. Давай сосимся. Первый ряд, да? Давайте. Али-бабы. Али-бабы. Али-бабы, али-нет. О, да? Масло. Масло, масло, да. Соус. Это этот. Чай, да. Как мы брали на Кипре. У нас дочь поставит соус. И из ореха. Какого-то. Макадами. Макадами. Не-не-не-не-не. Кироба. Кироба. Вот, точно. Вот. Не, ну это фигня. Это фигня. Это кироба. Это даже не соус. Это этот, как его, сироп. Да, добавлю. Это вместо сахара. Сахара, да, вот. Рожковый сироп. Это рожковое, да, дерево. Ну вот да, вот как раз оно такое было, но... Стоит. У нас в холодильнике стоит, но фигня целое. Полная. Фигня полная. Мне не нравится. Я не знаю, какая, конечно, там... А, видите, кто-то вино уже купил. Снижение холестерина, что-то я не заметил. У меня пол вышел бы. Да. Меня зовут Илим, я буду с вами до самого автобуса. Попытаюсь вас угостить нашими турецкими винами, фруктовые ягоды, подвальные вина. Подвал находится под нами, первый этаж. Здесь происходит брожение этих вин, разливается. На третьем этаже мы проводим дегустацию. Но в чем ценится эти вина? Без добавки сахара и этилового спирта на своем брожении. Любители виноградных вин выходят у нас на группах, гурманы. Тоже в ассортименте имеется виноградные вина. Ну, после дегустации, кто любит, конечно же, сможет со мной задержаться. Будет свободное время, я вас угощу нашими винами. С ним выпить можно. А также, кроме этих вин, Эгейский регион богат плантациями, а также фабрик очень много.
продукция имеется, рожковый сироп, я про него тоже расскажу, масло черного тмина и оливковое масло. Ну давайте, прежде чем начинать дегустацию, я рюмочки вам раздам для дегустации. Давайте. Пьющие, не пьющие, берите рюмочки. Возьмем. Да, не пьющим, конечно же, чай угощаю. А, коллега подошла уже. Берите, пожалуйста, рюмочки. Спасибо. Берем рюмочки. Да. Одну, спасибо. На. Чистенькие. Только что выбыли. О! Все как надо. Мне красненького. Беленькое сначала. Слушай, мы закусили, а потом винишко, да? Да. Что-то как-то не... закуска градус крадет, понимаешь? Ну, только он же тебе сказал, кому будет мало, может заблиндержаться. С ним, но... да? Да, он дольет. Рыбочки все взяли, да? Поехали. 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 Шеф, погнали. Давайте, уважаемые гости, начинаем дегустацию. Первая дегустация вина. Я вас хочу угостить и рассказать про наш самый интересный сорт гранаты, который растет в Эгейском регионе. Граната Майхош называется. Угу. Это не макет, это натуральный настоящий гранат. Ага. Светло-розовая кожура. Внутри косточки маленькие. Угу. Вот из-за этого ее так называют. Выжимается сок, вино готовится вместе с кожурой. Выдерживается. Mm-hmm. Вот из-за этого без добавки сахара и тёплого спирта. Полусухое вино, 11 градусов. Коллега, пожалуйста, нас угости. Дикие дрожжи. Гранатовое вино. Первое. Дрожжа. Так, коллегу, русские научили, украинцы только три слова. Больше она ничего не понимает. Побольше, поменьше, отдай бутылку. Так что, если что-то сказали, я можете. Пахнет хорошо. Спасибо. Что, можно? Понимаю. Можно? Можно, да? Давай. Чин-чин. За наших зрителей, чтобы вас становилось только больше. За то, чтобы все мы здесь сегодня собрались. Да. Давай, девушки, давайте. Будем. Давайте. Все, за нас, за экскурсию и за Турцию. За нас, а вас за спецназ. За спецназ, давай. За спецназ. За волосы. Сладенькое, хорошее. Это женское вино. Нет, тут и горечь. Хорошая. Только трем славам. Славам, да. Учили. Плохо учили. Мне понравилось последнее. Отдай бутылку. Нужно к нам. В Россию. На переобучение. Ребенку чаем угощу. Конечно. Давай сейчас за ребенка возьму. Ребенку 50 грамм не повредит. Да. Ну вот сейчас попробовали гранатовое вино, конечно же. Но самое очень то, что местные жители для себя готовят. Это вот эта продукция. Понятно. Гранатовый сироп. Здесь пропахнет. Вот самое полезное место в этом гранате, витамина очень много. Витамин кальций, железо. А в обычных сортах анар, который азербайджанский сорт, наршарап его называют, он жидкий. Вот из-за этого у нас тоже есть наршарап, но не наше производство. А вот в Эгейском регионе, когда выжимается, проходит выжим этого граната, кожура косточка не выбрасывается. В мелком огне выпаривается кожура косточка, то, что остается по стенкам, растворяется, превращается в гранатовый сироп, бальзам. Уважаемые гости, дети его называют гранатовым соком. Либо кулинарии, зеленые салаты, маринад, шашлыки, рыба, мясо, барбекю. Ну, бывают такие случаи, гостей очень много приезжают, рабочий день очень тяжелый. Прямо в машине маринуют шашлыки. Моя пропорция на килограмм мяса 2 столовых ложки. Мясо пусть. Уважаемые гости, дедушки и бабушки, ну, обычно, либо беременные женщины, бывает, после родов, ногти ломаются, волосы выпадают. Вот этот гранатовый сироп разбавляется с оливковым маслом. Классный. В Эгейском регионе плантации фиолетовой оливки растут. Как в Каппадокии. Горных местностей очень много, на подножии горы. Но между каждым деревом станет инжирное дерево. Не только мализуны. Инжир через корни сказывают мутные кислоты. Вот из-за этого это масло считается нерафинированным, ароматным. Экстравержен, первый холодный отжим. В этом масле присутствует полифенол. Еще вишня черешня. Мужским вином, дорогие гости, вишня-черешня. Ну, обычно с красным мясом, барбекю, эти вина распиваются. Потому что терпят. Салфеточку? Спасибо. Мне хватит. Это мужское. Спасибо.
Сочи похоже. Как в Сочи похоже? Вишня, черешня. Там 40% вишни добавляют, но за косточки лося отделяются. И 60% черешня, сладкая черешня. За лося. Но здесь эксклюзивных вин очень много, купажных вин. Ты чего выпить не хочешь? Ну, обычно эксклюзивные вина – это малина, датское вино. Диман, тебе привет. Дымное вино. Потихонечку. Обалдыня, говорят. Лепестки розы. Очень шикарное вино, лепестки розы. Моя супруга очень любит это вино. Но там сочетаются вкусы разные. Крадет. Мы только с обеда. Сладости у нас национальные. Сладости органический лукум. Сюрем лукум называется. Я не могу оторвать. Да, ну вы, конечно же, здесь уже отдыхаете не первый год. Приезжаете из зарубежных стран. Конечно же, рады этому. До пандемии у нас проводилась дегустация в подвале, возле точки. Либо ели. Он, конечно же, кероба. Твердый, да. Кероб называется. Кероб. Либо хлебным деревом называем. На Кипре такой тоже есть. Да, на Кипре, Арабских Эмиратах, в Тунисе, дорогие гости, на деревьях растут. Тамам. На деревьях, конечно же, имеется вот такая вот растение. Уважаемые гости, одно отличие от акации, которую путают гости, толщина. По стенке скапливается шоколадный твердый мед. Вот из-за этого он боится температуры, жары. Ну, мы, конечно же, зимой, когда сухофрукт, заместо сухофрукта в горячую воду бросаем, смягчает, становится мягкий. Но здесь вот в Памуккале есть фабрика, большие парильные комнатки. Тоннами развешиваются стручки, при большой парной температуре сок начинает потихонечку таять. Букет Турции называется. Это самый большой букет. Ежевика, малина, три виноградных сорта, мерло, шираз, каберне совиньон. Спасибо. Букет Турции, ребят. Прикольно пахнет, да? Ну-ка. Масло черного тмина. Слышали вообще? Кто-нибудь пользуется? Я сам пользуюсь, конечно. Да? Вот это масло черного тмина, ребят, в моей профессии оно занимает первое место для меня. Потому что очень хорошо печень очищает. Ну, вы знаете, что в организме самый орган, который сам по себе обновляет, это печень, правильно? Вот из-за этого, дорогие гости, это масло черного тмина, холодный отжим, больше всего советую. Оно пьется легче, чем вода. Но то, что вы видите в Duty Free, маленькая баночка, 18 евро продается, горячий отжим. Горячий отжим – это пресса. Вот вы когда масло помещение, на эти продукты нету. Только у вас ограничение идет Duty Free. То, что вы покупаете, виски, водка, ликер, коньяк, самолет, конечно же. У них есть свои пакеты, вручную клад можете провозить. А наша продукция, конечно же, новая, конечно же. А биткоинами? Биткоин? Биткоин нет. Жалко. А можно еще вопрос? Пробивное вино. А вдруг? Да, пробивное вино. А где четвертое? Мы только три. Нет, четвертая дегустация будет у нас. Я бы вас хотел шелковицей угостить. Давайте. Либо шелковица, либо дым. Лучше дым. Хорошо, тогда дым нет. Дорогие гости, буду начинать цены. Гранатовый сироп, который я вам рассказывал, вы сами пробовали, это густой, как мед. В лирах он стоит 39 турецких лир. В долларах где-то 5 долларов. Гранатовый сироп пол-литровый. Но большая баночка у нас идет со скидочкой. Литровая баночка 8 долларов. Это гранатовый сироп. Обычно наш раб в другом зале будет. Рожковый сироп курящим, детям, взрослым. При артрозе, уважаемые гости, для иммунитета укрепляет кости. Обязательно сфотографируйте вот эту аннотацию, как использовать этот сироп рожкового дерева. Большая баночка стоит 20 долларов, 125 турецких лир. Маленькая баночка стоит 60 лир. То есть 8 долларов, 20 долларов. Но когда вы покупаете в наборчиках, например, 2 бутылочки сиропов, с каждой бутылочки по 2 доллара скидка идет. И плюс гранатовый сироп идет в подарочек сюда. 36 будет двоечка рожкового сиропа. Плюс гранатовый сироп идет бесплатно. Масло черного тмина при артрозе, боли в суставах, варикоз на ногах, сахарным диабетикам обязательно советую по чайной ложке именно.
Уважаемые гости, большая баночка $20 стоит, 250 миллилитров. Оливковое масло фиолетовой оливки – это универсальное. Для лечебных, для салатов, а также и для жарки. Нейрофенировое масло стоит $15. Обычное столовое вино, виноградное, трехлетнее. От $6 до $100. $100 стоит бутылочка вина урожая 89-го года. 89-го года? Да. Ну, для 89-го это присутствует. На них акции нету, ребят. Акции только входят в эти вина, которые вы пробовали. Гранатовое. Первое было гранатовое. Второе было вишня-черешня, правильно? Да. Третий был букет Турции. Четвертый, на ваше усмотрение, конечно, либо дынное, либо шелковец. Я угощу. Но там еще имеется малиновое вино, обязательно, посоветую. Любое вино, уважаемые гости, входит в акции, в наборах. Если покупаете, скидочка идет и подарочек. От 15 долларов с копейками начинаются до 22. $22 стоит бутылочка вина одна, без акции. Без акции бутылочка вина 22. Но когда вы в наборчиках берете, например, любые два вина по желанию, по вкусу своему выбираете, здесь уже цена меняется. Со скидочкой будет $35, две бутылочки вина. Здесь со скидочкой будет $65, не 89. 65 за 4 и плюс 3 гранатового сиропа, подарочек, либо 2 халвы сироп, либо 2 сиропа халва идет бесплатно. Сюда подарочек, ребята. Да. Так, дыня беленькая. Вы можете еще скомплектовать, например, вино, сироп, спасибо, вино, масло, черного тмина. Скидочка имеется, о, если в наборе берете. Если отдельно берете бутылочку, дынька, 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 скидочки нет. Вот у вас есть розничная цена, есть оптовая цена. Например. Дынька, колхозница. Угу. Как будто сок забродишь. Да. Дынный. Так хорошо пахнет. Ребят, шелковица, открытая бутылочка есть, например, не понравилось. Из нашей группы, походу, никто ничего не взял. Все дружно выпили, встали и пошли. Все собрались, да, как я вижу? Все, да, практически, да. Так что поехали дальше. Просто такой, а вообще подобные экскурсии существуют без заезда в магазины такие? Да, Сальдо. Вместе с озером Сальдо вообще без никаких магазинов никуда не заезжаем. Вместе с озером Сальдо, да? То есть вместе ни ювелирки, ни... Ничего вот вообще абсолютно нету. Чисто тур такой на озеро Сальдо. Ага. Это как турецкие Мальдивы называют, ага, по-другому, потому что тоже белые песочки, белый пляж. Ага. И точно так же сразу а по озеро Мукале. Сальдо пока закрыто, да? Единственное по дороге остановки – это на обед. Понятно. Все, вот, в общем, если будете выбирать, то выбирайте озеро Сальдо. Вот. А мы вот в Тунаре брали. Пожалуйста. Ну да. Ну, как показывает практика, я уже говорила, Киробо это хрень полная. Мы тогда с Кипра привезли, это фигня полная. Вина, не знаю, мне кажется, цена завышенная. Так что вот так вот. Такие дела. Ладно, огромное спасибо Тунар Тревел. Если вас заинтересовала экскурсия, ссылочки будут в описании. Ну, у нас, наверное, все. Вот. Едем домой. Едем в отель, ехать нам очень долго, часов так 5-6. Вот. Ну, в общем, увидимся, мои хорошие. Всех люблю, всех целую. Все для вас попробовали, все для вас отметили, все вам рассказали и показали, что вас ждет. Даже дополнительные вопросы задали. Все, с вас подписка, лайк, комментарий. Ну, вы знаете. Спасибо большое, что вы с нами. Очень сильно стимулирует. Всем пока.